Первоуральск присоединился к Международному дню благотворительности. В инновационном культурном центре проходит акция «Щедрый вторник». В учреждении установили короб Деда Мороза. В данной акции у нас принимают участие неравнодушные граждане Первоуральска, которые могут положить в данный короб билеты на мероприятия, которые будут в дальнейшем переданы в Управление социальной политики. В течение дня посетители инновационного культурного центра наполняли короб билетами на спектакли, концерты и новогодние представления. По окончанию акции специалисты социальных служб распределят билеты среди детей из многодетных и малоимущих семей. Идея организации единого дня добрых дел и благотворительности появилась в 2012 году и с тех пор получила распространение в более чем 100 странах мира. Движение «Щедрый вторник» поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч организаций.